Русский тоже 28. Балковский. 26. А, 26. Все, дороги кончились. Дороги кончились, началась полоса препятствий. Все то же самое, как 20 лет назад. Ничего не поменялось. Испытание для машины. Написано ограничение скорости 40 км в час. А тут и 20 даже невозможно ехать. Ночью вообще здесь, наверное, нельзя ездить. Тут еще, блин, вообще какая-то грязища. Ну. Конец вообще всей дороги. Ой, так, незнакомые сидят за рулем. Что-то посмотрел так на меня, знакомый, наверное. Ты там машина ездит, ты в самый какой-то едешь. Они же, наверное, знают, где лучше ехать. Какую дорогу лучше заехать. Ну, может, он тоже не местный. Я имею в виду вообще номера-то ставропольские. Ой, блин. Вот вроде что-то получше нарисовалось. Большой участок. Ой, блин. Свернулся. Получается, вдоль основной трассы дороги, ну, вернее, основные трассы везде хорошие. Чуть в сторону, в глубинку все. Никому дела нету дороги. Как были 20 лет назад разбитые, такие и остались. Вот мы сейчас едем 10 километров в час, через мост проезжаем. Крейсерская скорость. Штефан, смотри, ты такие дороги больше нигде не увидишь. Почему? В Германии ты такие дороги не увидишь. Я знаю. Видишь, как тебя качает? Никогда в жизни не уснешь. Наоборот, это качает, хорошо качается. Постоянно рулем крутишь, ямки объезжаешь. Последний раз, когда мы здесь были, по-моему, даже шильда не было. Поселок Крутоярский, 14 километров. Да, посмотрим, какие здесь дороги. Хотя видно, вон, видишь, дорогу ремонтировали, латки лежат. Да, тут по одной стороне не поедешь, надо или посредине, или маневрировать слева, вправо. Все кочки надо объезжать. Кошара с левой стороны, смотри, в каком состоянии. В заброшенном состоянии. Так, тут эту яму, блин, не объедешь. По обочине как-то ехать. Испытания по бездорожью. Сразу вроде латки лежали и все, даже латки кончились. В поле техника работает, видишь, культивирует. Ну ясно, поля-то кто-то обрабатывает, не заброшенное же все.
приехали, а ты сразу скажешь: ужас, ужас. А ты скажешь: не, хорошие. Я только хотел сказать, сколько мы вот проехали по всей России, дороги только порадовали в лучшую сторону. Ну, основные дороги, они действительно хорошие везде. Даже в горы ездили, в Прельбрусье, там тоже везде асфальт лежит и хорошие дороги. Но стоит в сторону отъехать куда-нибудь в глубинку, вот результат. Деревню, скажем, деревню, по городе, да. Вот такая вот дорога везде. Деревня никому не нужна. Просматривается стела, совхоз Крутоярский. Стоит еще с советских времен. Пойдем сфотографируемся. Ой. Если хочешь, я сфотографирую, я не хочу. Что твоя родина? Я лучше у прохладного могу сфотографировать. Какие собаки не прискочатся? Осталось нам чуть-чуть ехать, 2 километра. Посмотрим, отсюда начинаются земли совхоза Крутоярский. Я даже не знаю, как сейчас называется это. Акционерное общество или как? Ну видишь, даже поддерживает его в нормальном состоянии, он подкрашивает. Давайте фотографируем. Опять въехали в поселок Крутоярский, тишина, на улицах никого нету. Здесь с правой стороны раньше гараж был. Он так и есть, он, видишь, техника стоит, комбайны стоят, тут все наделано, что-то тут вот тоже, или здесь, а нафига их понаделали здесь, я не пойму. Не гоняли, наверное? А да что тут гоняли? Я когда маленький был, в первом классе ходил, я ГАЗ-53 один сюда в гараж пригонял, такой важный шел, никто слова не говорил. Здесь и дорогу стоит, ну да, посадили. Асфальт. Асфальт это, вот эта дорога, это вот дорога к этому, да? К току какая-нибудь, наверное. Это улица новая, да? Вот это? Вот уже видишь, тут тоже в улице асфальт положили, а раньше не было асфальта. Ехать теперь можно. Хоть что-то делается в поселке. Ну там же тоже где-то что-то сделали, когда выкладывают фотографии. Да, сейчас заедем посмотрим. Ой, блин! Даже знак. Пешеходный переход. Ой, а то-то так гоняют, да, что. Да, на улицах пусто, никого. Ездить. Молодежь, я уже никого не знаю. Так, вот теперь надо этот. Сразу не определишь, где тетя Надя живет. Вот здесь, по-моему, да? Без понятия, я-то уж 100% не знаю. Продают, дом даже продает. Нет, вот здесь. Вот этот, вот это. Вот это 100%. Да, так. Заезжать. Может, с той стороны поставим? Давай развернемся. Вот так. Развернемся. Даже выезд уже. А, ну да, здесь бетон. Здесь стоит. Бетон лежал проехать. Сейчас уже как улица проездная стала. Остановка, магазин.
сейчас самые это предприниматели здесь это то держит, и то держит. Пойдем в магазин, зайдем водички купим. Пить хочу. Стефан, пойдем пить купим что-нибудь. Когда-то жили с мамой. Здесь. Ну, я сейчас покажу дом, где мы жили. Где с левой стороны, вот где забор вот этот. Здесь раньше почта была вообще у нас. Еще в советские времена давно была почта. Такое, как говорится, неслыханно, невиданно, что в Крутоярке были рекламы на столбах. Люди, вы где? На работе. Что за? Вот тут же босяк же. Откуда я знаю, ты меня спрашиваешь, откуда я знаю? Мы же ходили к нему в гости. Тут жили, вот в этом доме. Тут орехи разрослись, вот тут они жили. Тут. Кто в такую, на такую жаре, ты думаешь, кто-нибудь будет сидеть около дома? Давно нет. Пешеходная дорожка, видишь, сделали. Ну, это за это можно это... говорила? Получается здесь, видишь, ночью, видишь, дорожки, скамеечки. Ага. Все, блин, тут, траву заросло. Детская площадка вот сделали. Спортивная площадка есть. Типа на такой жаре кто-то тут будет сидеть. Не обязательно ждем сидеть. Все это трава сильно прям между этими растет. Это трава потом разобьет все плитки и все, все плитки. Да, со временем это все поднимется. А так надо смотри. Следить да, за ней и все убирать. Дорожки вот все. Вот здесь асфальта, конечно, еще не хватает. Ходила, Стефан. Садик. Киндергартен. Я знаю, что садик. Кто тебя знает? О, на улицу асфальт. Прикинь, тут асфальт есть. Так. Вот на этой улице мы жили, Стефан. Да, вот в том доме, вот сейчас с правой пустырь стороны. Пустырь так и есть здесь. Никто не строит, ну, да. Никто. Пустырь так и есть. Ну, вообще под дома, и никому не надо дома. Вон, видишь, где коза бегает, вот, это, Стефан. Вот это наш дом раньше был. Вот тут мы жили. Только здесь теперь все четко сделано. Улица Дружбы 4.
солнце не важно. Вот большое это. Такое это дерево. Почему здесь другие живут? Просто гараж весь здесь у нас. Здесь стрёмный был забор. Стрёмный нет, а теперь здесь... Здесь тоже стрёмный. Ну, конечно, стрёмный. Но уж получше, чем было. Штакетники. Мальчик-женщина. Деловой стрёмный. Здесь он сделан все капитально. Вот капитально где. Улица Дружбы 4. Вот это, по-моему, я знаю, это Роменский. Ты что, со спины узнаешь, что ли? Если я не ошибаюсь. Не, ошибаюсь, не. Это тоже столько лет прошло, уже мало кого. Тот, наверное, который самый первый в Германию приехал, наверное, сюда не приезжает. Навряд ли. Или ему некому сюда приезжать? Не, он может и приезжает, он к этим Куриленко родственники их не были, а они живут в другом месте. К ним 100%, вернее, как родственники, он женат на их дочке. Туда 100% они приезжают, но они живут и в другом месте. Где? Сейчас, шпины.